Госдеп, США работают над созданием международной миссии для Нагорного Карабаха. США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений, уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан», — сказал Миллер на брифинге для журналистов. Он добавил, что такая инициатива активно обсуждается, и США работают над ней вместе с союзниками.